Снова здравствуйте, мои дорогие зрители. В очередной раз мы с Булатиком на прогулочке. Прогуливаемся по лесу. У нас сегодня Рождество православное. Так что всех православных с Рождеством. Вот, 7 января 23 года. На улице температура 8 градусов ниже 0. Снежок лежит. Ночью было минус 12. Прогуливаемся с Булатиком очередной раз. Вот. Все у нас пока хорошо и спокойно. Вот. Со светом, как обычно, у нас. Вроде бы пока выключают по плану. Ну а так все хорошо. Вот. Единственное, никак не можем мы выпить таблетку от глистов. Вот так вот. А в остальном, конечно, все у Булатика хорошо. У нас разгрузочный день, да, мы не кушали. Вчера мы есть не захотели вечером. И с утра мы не кушали вчера, соответственно. То есть мы кушали последний раз позавчера вечером. Вот. На данный момент Булатик решил устроить себе разгрузочный день. Вот так. Сегодня много роликов выкладывать не будем. Много видео снимать не получится. Потому как на улице, я же говорю, достаточно холодно. Вот такой у нас хвостик лепается. Помимо того, что достаточно холодно, сегодня праздничный день такой. У всех. Вот поэтому мы тоже будем сегодня отдыхать. Поэтому роличек будет не так, как обычно, не в таком количестве. Вот. Так что православных я поздравляю с Рождеством. Да и католиков же, наверное, тоже Рождество, я так понимаю. А, не, у католиков 25-е Рождество, да. Так что православных поздравляю с Рождеством. Всем остальным желаю здоровья, процветания им и ихним семьям. Чтобы ваш род только приумножался. Ну, а у нас, как всегда, с Булатиком позитив. Бьет через край, настроение великолепное. Погодка тоже чудесная. 8 градусов морозчика, но на улице сказать, что холодно. Нет, в лесу так вообще прекрасно в городе, если еще есть сквозняки какие-то там между домами, которые, скажем так, некомфортны, то здесь у нас все прекрасно, все великолепно. Ветра нету, мороз как бы так особо и не чувствуется, поэтому мы прекрасно гуляем с Булатиком. Вот так вот. Вот такой у нас маленький мальчик гуляет, наш малыш такой. Да, на поводочке гуляет. На поводочке гуляет в очередной раз. У нас началось непослушание. Да, бывает у нас такое, вот мы не хотим слушаться. Нам надо объяснить, как надо себя вести. Вот мы походим на поводочке, подумаем над своим поведением. И потом мы шелковые. Была встать. Вот так. Сидеть. Вот так. Молодец. Молодец. Вот такой дрессированный собака. Хороший у нас. Ко мне. Вот так. Молодец. Вот такой собака у нас. Видели? Какое воспитание. Ага. Рядом. Да, вот так, раз,
Все, идет рядом. Вот такое воспитание у нас. Это мы так слушаемся, да, когда поводок на нас нацепили. Чуть шкуру не спустили, слава богу. Потому что Булатик у нас мусульманин. По вероисповеданию, я так понимаю. Потому что свинины он не ест. Ему свинины нельзя. То я так понимаю, он у нас мусульманин. По вере. Вы не подумайте, что я кого-то хочу обидеть, какую-то религию. Ни в коем случае. Я считаю, что все религии должны жить в мире, дружбе и согласии. Важно, где, когда. Все люди братья и должны жить в мире. Должен быть мир в душе, внутри человека и окружать человека мир. Вот тогда мы будем жить в добре. Да. И радости. Я думаю, где-то там будет примерно плюс-минус рай. Вот. Вот такое у нас видео сегодня вышло небольшое с Булатиком. Да, мы заканчиваем уже нашу прогулочку, будем заканчивать. Будем идти в обратную сторону с Булатиком. Да. Поэтому всем спасибо, зрители. Прожимаем лайки, подписочки. Не забываем. Мы вас всех обнимаем, любим и ценим. Всего вам самого лучшего.